Нива ищет варианты. Там опытный очень джипер. Очень опытный. Что-то он там замышляет. Вот это номер, блин, был. Это просто жесть. Так, Леня пытался вырваться в лидеры, но ничего не получилось. Леня, я тут пройду на пониженной. Пробежал. Вот он, Леня. Блин, теперь тебя будем звать хитрый Леня. Так, Газик. И рядом с Леней, точно как у вас с патрулем только что были. Так. Ну тут теоретически можно вот так. Ну тут чуть лучше. Так, три машины сидит. Так, ну сейчас Макс попробует. Макс пошел. Тут даже для Макса непросто будет. Вот так вот. Пока ни у кого. Макс пытается раскатать, но мне кажется, тут надо... Хотя, о, сейчас может и зацепиться. Макс раскатывает потихоньку, не знаю, удастся ли зацепиться, пока непонятно. Так. Там бы да, я думаю. Тут очень, помнишь, копали, тут жестко совсем. Так, тут у нас еще два претендента на победу. Кто быстрее выйдет? Фураннер против ГАЗ-69. Они по альтернативному маршруту. Леня выиграл. Хотя и 69-й тоже практически одинаково. Отходи, Андрюха. Так, и Крис на патруле пробует вылезти. Тоже идет, маску одел, все как положено. Пробует перевернуть УАЗ. Не, не надо. Поломаешься не будет. Давай я поеду. Да, поеду. То, что я и говорил. Колесо поднимается, на излом не надо под таким углом. Нива ищет варианты. Там опытный очень джипер. Очень опытный. Что-то он там замышляет. Вот это номер, блин, был. Это просто жесть. Так, Макс подлебедился, тут ничего сложного не было.
Ну тоже тут канава, видите, каких размеров. Вот это номер, да? Хорошо, хорошо пошел. Хорошо, не то слово просто. А тут такой торфяник, я когда-то тоже тут резануть пытался. Круто, дядька, очень круто. Это самое эффектное, что я видел. Они хорошо подумали? Так, УАЗ. Он пытается по хитрой траектории. Красавчик, нормально, чуть-чуть подтянуться. Зубы не выбился? Мягко зашел, говорит. Слышь, тебе только советского автопрома надо брать машины. Ты на них вообще просто нормально едешь, красиво. Такого не видел никто никогда вообще. Так, чем его там Крис тащит? Это, блин, вообще просто шедевр. Пошла Нива. Несложно. Стой, стой, стой! Давай, давай, никого не слушай. Сейчас Нива уйдет. Тут я когда-то сидел, тут глубоко-глубоко было. Нива уходит под воду. Так, тут она уходит глубоко как-то. Ну, пока идет. У Криса хорошая лебедка. На лебедочке ее тянут, тянут, тянут. Блин, тут будет непросто, я вам скажу. Стой! Что там такое? Что-то он хочет. Отходите! Выехал. Вот FJ. У вас уже эвакуировали. Пока Нива была. А FJ пока сам еще ездит, даже не сидит. Обычно в этом месте сами так не ездят. Посмотрите, что творит. Почти проехал. Что значит опыт? Что значит опыт? Почти проехал. Ёлки-палки. Это вообще на сликах. На сликах и борется, все равно не сдается. Сейчас еще и выскочит. Почти, не, ну блин, дальше всех фактически заехал. Наравне с Максом практически, да. Ты видел, что делают? Так на сликах. Блин, помешал роду ступ реально, он выскочил. Да, тут все вообще мешает. Так, что тут? Виталя, а что, ты все на продажу выставляешь? Ну, да, кому что? Можно я магнитолу возьму? Это, бассейн просто. А ну покажите, что там, как устроена машина, хоть интересно. Ну, тут да, хитро, баллон в воде. Хитро спрятан баллон. А газ перестал подаваться? Не, ну просто, да, вес, просто вес лишний, понял? А, вес ты. Ты будешь стаканчиком? Ого, этим стаканчиком ты долго будешь бороться. Надо дрелью второй. Просверлить. Дай второй. А дрель? Есть у кого-то дрель, пацаны? Какой, а? Случай, дрель нужна. Вон, там дымка есть. Вон, оно настекает потихонечку. Медленно, но уверенно. Так, ну тут немножко баллон, немножко вода, немножко
Немножко дерзкий пилот, и все, а так все. Все в норме. Все, ты уже в Ютубе, Вета. Так, FJ. Идет хорошо. Вот и все тут несложно. Давай, давай. С нас там. Веталь, ну что там? 36,6, все нормально. Все как Вова говорил, да? Все супер. Красиво было. Ты снял? Да, ну это вообще. Я смотрю, ты целишься издалека так. Нива ищет варианты. Что-то он там замышляет. Поехали, да.